смотришь в кадр и серьезным голосом ты рассказываешь, что сегодня такое произошло. Может быть, ЧП какое-то, я не знаю, что взорвалось, упало, сломалось. Именно сегодня. Нет, ну, у нас новости, мы старое-то больше не рассказываем. Но можно о себе что-то рассказать. Хорошо, я надеюсь, что это не ЧП будет. Ну, давай, смотрю сюда. Экран, вот здесь у тебя камера. Итак, здравствуйте, с вами новости. Я ведущая, меня зовут Лиза. И я хочу вам рассказать одну историю из своей жизни. Я первокурсница, учусь в этом самом лучшем, замечательном университете, ВИАТГУ. Я поступила и учусь на факультете истории, политических наук и культурологии. Я хотела попасть в этот университет, на этот факультет, на эту кафедру с 8 класса. И вот я здесь. Я очень счастлива и очень рада, что поступила именно сюда. На этом все.